Привет, с вами Лига Music Wars. Сегодня у нас разборчик веселенький, подарочный. Наконец-то я буду сам ругаться или хвалить разработчикам, в зависимости от того, какой будет дроп. В общем, с последних партий подарков, ребята, у нас выпадает крионизатор. Ну, кому надо, тот качает, мне не надо, я не качаю. Ну, скорее всего, выпадать он будет. Два подарочка, ребята, из наборов. По 32 рубина я купил. Ну, я очень богатый, у меня было 60 рубинов, в общем, я слил их в ноль. Можно было еще, конечно, и колесо фортуны покрутить, но думаю, что теперь на следующий день. В общем, скупать я все равно буду подарки, еще много буду что выкупать, сильно разговаривать не буду, потому что здесь стандартная партия. Но сейчас меня интересует не это, ребят, меня интересует вот эта штучка. Ну, в общем, мне надо ее выкупить. Потрачу я на нее много. Да, что получается? Третий, четвертый и пятый. Все, плюс 5. Чтобы она у меня больше меня мозг не выносила. В общем, все, плюс 5-ю горючку я взял. Как и положено. Ну а теперь давайте будем молиться, чтобы у нас этого вонючего блендера с горючкой его не было. Но я думаю, что звезд будет, наверное, много. По заданию на 500 звезд я уже взял. Ну, а сейчас будем, наверное, с мелких. Ну, пойдем. Подарков там дофигища. Попробуем какую-то часть из них исключить. Так. Кольцо. Еще звезды. Вот сейчас будет всякой фигни. Второе кольцо. Два кольца, а посередине гвоздик. В общем, я не смотрю, ребят, сколько вообще. Можно было, конечно, глянуть по тому, сколько выпадет. Ну, давайте посмотрим, ладно, уговорили. То есть 12 тысяч здесь, ну, 12500, да, и 39 здесь. Это так. Чипователь из тех подарков, которых нужно. А блендер будет падать, нет? Вообще. Падающий блендер. 23, 22, 11, 12. Как много звезд на небе. И мы закончились. Кларинга. Чиповатик плюс 1. Чиповатик. 36. 42. 30. Кольцо. Еще одно кольцо. Да, заберем. А это мы возьмем. Да, еще раз. Так, эти 9. Еще такие 9. И еще одно задание нужно будет он. Ну все, там дальше не будет. А смотри, как можно было делать вообще в течение. Да, блин, что тут пишет, когда я открываю подарки. О, 352. 300, да, кстати, надо в это зайти. Пока. Мы пойдем сюда, и надо взять описывать еще один. Блин, вдруг не выпадет, да? Так, и дальше. Так, кольцо пусть стоит. 220 звездочек. Это все еще есть. Кольцочек вот там. Стоп. Круто. Прям круто. Окислитель плюс 4. Следующий мячик. Банкир. Ну, хорошо, сейчас банкир тоже кредит будет поджимать. Ну, долго. Пояс! Я пояс без 15. Ладно, хорошо. Уже 2000 звезд. Сейчас на 2000 звезд мы берем фантаж. Чипователь. Еще 10. Ну, по 12, по 10 звезд сыпет. Это уже хорошо. Извините, что молчу тут. Как бы на фоне музычку какую-нибудь поставим, там что-нибудь типа с такого веселого. О, нифига себе, не прошло и года, блендер плюс 1. Ну, правильно говорят, что он не сыпется. Это не надо было говорить, что он не сыпется. Сейчас начнет сыпаться изо всех щелей. 10. Еще, народ. Так. О, 25 средних.
Шестьсотничек. Третий. Ну да. Ну правильно, что в этой подарке? Не ускоритель же падать будет, да? Ну здесь большинство подарков это бесплатки, короче, получается. Ну и остальное это покупалось за звезды. За рубины вот только два мешочка куплено. Вообще надо было оставить их. Да я уже рад, уже поезд упал. Поезд, уже поезд упал 15-й, все. Жизнь удалась. Все остальное это фиолетово. Ну хотя шипит, он, смотри, генетику прям сыпет и сыпет. Четвертый блендер. 420 звезд. Чипователь. Ну чипователь, да, чипователь хорошая вещь, тут, как бы не поспоришь. 200. Еще чипователь. Еще блендер. И кстати, ни одного финика не выпало вообще. Просто ни одного. Он у меня, по-моему, третьего уровня. Или второго, или даже он у меня уровня. Второго, по-моему. И его не выпало ни одного. Хотя на эту акцию я больше всех тратился. То есть я там 25 средних подков, если учесть, что 10. То есть 15 я из них купил. Шестой блендер. Я что, заклинатель питомцев, что ли, тут? Прицел лазерный, наконец-то. Наконец-то лазерный прицел. О, 850 звезд. Первый адекватный подарок, который по звездам не совпадал. О, вот это прям вообще прям чудо. После такого-то времени, ну ладно. Кто говорит, я хотел его плюс 3. Если честно, чипователь пятый. Давай, что-нибудь, еще интересное. Кого ты сыпешь всякую фигню? А вот и нету, так. И ну, насыпало, короче, всякой фигни. Вот что я теперь, где должен подарки искать? Вообще, надо все-таки разработчикам сказать, чтобы они сделали доброе дело и убрали лишнее. Что делать? Давай випки сожрем. Где-то подарки есть, и самое гадкое, что настолько много всяких призов выпало, что, ну, то есть нечего делать. Время, вот, кстати, кольцо можно было убрать здесь, этого бендера можно скинуть тоже, пусть он тусуйся пока здесь. Что еще тут можно сожрать? Такое, чтобы можно было сожрать. А, вот ключи можно, они временные. Тоже, давай вот это тоже уберем. Вон там подарков, видели сколько? Вот как вот их открывать, да? Это вот прям весело. Так, давай еще. По-моему, никто так не открывает подарки, только я. Только я так извращаюсь вообще. Еще партия. И все, опять ушло, да? Что там выпало опять? Опять этот выпал. Создался геморрой. Седьмой блендер. Я говорю, заклинатель животных я всяких. О, 500-ник. Это хорошо, ребят. Подарочек хоть окупить. Представьте, подарок купить за 500, и он окупился за 500. Вообще многие просто открывали простые. Восьмой, ребят. Типа ватель шестой. Ну, кстати, такая адекватная акция. Пояс, ребята, 16-й. 16-й пояс. Ура! 65 к основным характеристикам. Что, будет еще пояс? Давай еще нам пояс. Ты-ты-ты-ты-ты. До 18-го уровня его. Его мы проапгрейдим. Ты-ты-ты-ты-ты. Кстати, адекватно, я доволен, ладно. Не сильно страшно. Конечно, финика хотелось бы еще одного, но я думаю, сейчас я вот, ну, звезды, все, которые сейчас выкину здесь, я их просто сейчас все солью на последнюю партию. И возможно, вот прям возможно, что появится. Да, есть, поезд 17-й, есть. Умойся, МС! 200. Квант 3-й. О, кстати, да, это я забыл, ребят. Простите меня, глупого, нехорошего. Надо срочно докупить это все. Потому что если это все не докупить, это все начнет падать с первых уровней. А это не есть прекрасно. Это не интересно. Ох ты, видели, да? Тысячка. Лучше бы 1000 звезд выпало. Ну все, давай. Ну! Эх, а я думал пояс. Пояс выпадет. Нету пояса, ладно, дальше. Единственное, что я не успел, ребят, это выкупить с первой партии, то есть, которая была с 14, ну, с какого там, ну, с апреля, в общем, первой, потому что меня разблочили только 27-го, и я первую самую партию я не выкупил. Но я на нее рассчитываю как на звезды. Так как у меня сейчас горючка выпала, вон она у меня сейчас валяется, плюс пятая, я думаю, что горючка, там, где она должна будет выпадать, она сейчас выдаст мне очень большое количество звезд. Ну вот со всей акции, пока со всей акции, вот у меня идет, это 7000 звезд вышло. Да, матершинно, не хотел я ругаться, блин, вообще. И поэтому вы я. Интересно, чем кому-нибудь с мелких что-нибудь выпадает вообще, нет? Давай еще.
Вот 9 звезд упало. Блин, так охота песни петь. Ну нормально, если честно. Два раза пояс апнул, ребята, чипователь там шестой. Ну, это еще не конец, считай, у меня на последнюю акцию, у меня еще там куча дней. Я сейчас тут оставшийся арин, кто он? Я сейчас все солью в ноль. Ну не в ноль, я там оставлю штук 10, наверное, или 15. Все звезды, сейчас торны все скручу завтра или послезавтра, как только рубины появятся. Плюс 6 вон этот уже. 6. Сколько всякой фигни, смотри, нападало. А, какая хлебушка сколько. Ну, кстати, хлебушек сейчас еще пригодится. Хлебушек сейчас будет. Будет пригодиться. Так, давай, дальше. Что-то какая-то партия пустая совсем. Падает что-то один прицел. А чё один прицел-то падает? Ну почему? Не один прицел, смотрю, тут этот. Вон падает Грэмми шоколадный. 75. 33. Ну реально пустая партия. Вообще просто пустая партия одна. Хоть бы ускоритель, вот ради прикола, вот. Это же получается партия с ускорителем. С X2. Один раз упал. Один. Давай еще один раз. Вот просто так вот, ну. Ну нет, конечно. Она и последняя. Последняя, имею в виду, партия. Это чисто блендеровская. Вот. Если выпадет 9 уровень, то будет вообще хорошо. Лучше 10, конечно. Ускоритель, ребята, второго уровня, то есть за всю акцию. Печка не выпала ни разу за весь этот, то есть она у меня третьего уровня. Не выпала ни разу, эти плюху. Ведь не есть хорошо. Ну мы сейчас вот эти вот там три подарка, три в одном, мы сейчас тоже здесь откроем. Блендер, ты будешь парить с мелких подарков? Смотри, сколько там мелких подарков. Не хочет. Можно было бы их вытащить в тот же инвентарь. Ё-моё, да сколько ж вас там. Ну, там много. И, кстати, здесь эти не падают. Сейчас модуль можно будет проапгрейдить до 5-го. Как он? X2 блендер. Упадет хоть раз он вообще, нет? Или не упадет? Блин, такой вот, блин. Ну, 10 тысяч звезд вытащил уже. Уже прям хорошо. Единственное, что хорошее. Че, говорит, Blender X2? Я думаю, что тут вообще вот в этих подарках, по-моему, одна горючка падала. И все, там ничего не падало больше. По-моему, на каждом подарке какой-то код стоит на этот. Ну, кстати, я был очень разочарован, что печка не выпала ни разу. Там самая большая партия подарков у меня была куплена, и там ничего не выпало. Пустая партия подарков, просто пустая. То есть так как у меня куплена горючка плюс 5, да, и блендер у меня 8, то есть первая партия подарков, где должен блендер падать на X2, он просто не падает. Вот. Все подарки, да, получается? Даже если сейчас 9 выпадет, я просто в ахере вообще упаду. 2000 звезд. Вот сейчас должна была упасть горючка плюс 5, допустим. Я же говорю, что первая партия подарков — это чисто звезды там. Больше там ничего сейчас падать не будет. Охереть, вообще, плюс 9. С большого там... Все. Все, ребят, все, акция закончена. 10-й блендер, все, больше не надо. Больше блендеров не надо, все хорошо. Осталось вытащить хотя бы печечку один и финик один. Но, скорее всего, не выпадет. Скорее всего, не выпадет. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну нет. Ну и ладно. Ну и не надо, да? Ну и не надо. Так, ну и того у нас что получается? Чипователь шестой. А, кстати, да, давай развернем их. Давай развернемся. Полностью давайте отовариваться. Видос уже на 20 минут. Ускорю, конечно, может немножко, а может и нет. Так, что тут такая. Так, это за рубины. За рубины чипователь у нас есть. 7-й. Так, этот простые подарочки. Крионизатор. И сейчас еще крионизатор. И еще крионизатор должен быть, да. Это стандарт такой. Это, как бы, имею в виду, получается по приходам. Не знаю, ребят, я что-то на мелкие я перестал совсем, ну, тратиться. Что-то я так в прошлый раз прикинул. Совсем, ну, нереально. Просто не везло. Итого 7 на 25. Давайте эти еще дооткрываем до конца.
Кстати, зазря модуль надо было купить, еще модуль купим сейчас в магазин. Зайдем так, вот этот вот надо купить. Пятый. Пусть он будет, он мне единственный важен, все остальные мне нет, как бы, ну, не критично. А вот как, а вот на пятом уровне очень хорошая. Все, финик есть, хотя бы третьего. Я же говорю, то есть он у меня, даже у меня второго он был. То есть, все, акция удалась, короче. Давай печку на! Давай печку плюс один! Хотя бы раз, ну дай печечку. Ускоритель третий. Конечно, куча шлаков разного она выдавала, но отличненько. Прям крионизатор, прям третий. Прям не нужен мне. Если честно, крионизатор мне не нужен. То есть, ну, пусть он, конечно, копит. Будет так же, как у Санчеса, потом сливать на 25-й по 1200. Кольцо пятое. И все, да? Все, закончили, да, на этом. Да, 13. Или не так. Давай, крионизатор. Ну! Не, он так и будет выпадать, ребят, с 10 уровня, то есть, как бы, однозначно. Ну, чиповать на 7 на 24 по 30 чипов, по 300. Три раза. Итого у нас получается... Еще я вытащу, конечно, можно еще посливать звезды. А давайте еще сольем. Итого, давайте, экранизатор у нас 4-й выпал, чипователь 7-й, блендер 10-й. Вообще прям супер, вообще выпал прям хорошо. Печка как и была, 3-я так и осталась, вообще ничего не изменилось. И выпал, ребята, у меня позитроник, плюс 3. Вот, ну хотя бы на 4 он лучевого урона активирует. Но все, больше я уже не вытащу. Как-то примерно так. Ну там 119 осталось, но еще за звезды я точно докуплю. Хотя по 500-нику, то есть, ну, не вышло. Давай, 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 мелких доберем. Давай, доберем до конца, пусть будет. 170, все равно не хватает. Вся партия подарков. Кстати, не сильно так разочарован. Ну, слил, конечно, я очень много на нее. Прям реально слил я очень много. Ну, а эти, как всегда. О, нет, 700, смотри, звезд вышел. Я говорю, ржал вообще, почти половина партии окупилась сразу. Просто... Просто окупаемость вообще такая. Надо было подождать. Он по 6 дает, синтезирует, уже по 6, еще 170. Еще и бюджетный подарок сам себя купил. Это издевательство надо мной. Это что за издевательство? Ну, короче, за звезды не падает, если честно. Я думал, что будет больше за звезды падать. Так, и у нас получается, ребят, 41. 20 тысяч выпало. Ну, не соль ахти. А вот этой вот штуки сыпет очень много. То есть, видели, было 39 тысяч, да, осталось 133. То есть, выпало почти 100 тысяч генетики. Ну, то есть, это пиздец дохуя, короче. В общем, извините за маты. Я честно, я очень сильно сдерживался. Не выпала ни одна печка. Вообще хоть бы одна печка выпала. Кому-то выпадает печка там с такого. Я, в общем, на ту партию очень много слился. И видос, короче, получается на 25 минут. Аж на 25 минут получается. Не знаю, что с ним делать даже. Ладно. В общем, если честно, не сильно доволен, хотя бы выпало. Потому что еле-еле выпал финик, если честно. Еле-еле выпал ускоритель. Единственное, кто падает мне, на что мне везет, так это на всяких бендеров. Ну, то есть, а тут адекватно. Но с первой партии подарков, ребят, с первой партии он выпал один раз. Это полный трэш. Ладно, ребята, всем давайте, всем счастливо. Последняя партия, чуть-чуть совсем осталось дней. Давайте, счастливенько. Ну, короче, не везет. Реально не везет. Полное фуфло. Сейчас еще ключи пооткрываю, торны скручу. Там посмотрим по максимуму, сколько есть. Я здесь выкуплюсь, потому что потом на лето я тратиться уже не буду. Давайте. Всем счастливо, дроп говно. Поддержи отечественного производителя незамедлительно. Даже если то, что произвел он отвратительно, ему простительно. Если не безразлично, страна родная тебе, ты поучаствовать лично должен в ее судьбе. Купи говно и поддержи Россию. Купи говно, ведь ты же патриот. Купи говно и поступи красиво. Купи говно, толкни страну вперед.